Чечня нас встречала своим сердцем, сердцем Чечни. Добрый день, дамы и господа, добрый день, уважаемые друзья, все, короче, кто нас видит. Нас, это меня и Саида, ну, Саид за кадром всегда, он у нас супер-оператор. Короче, мы в центре города Грозный. Грозный – это столица Чеченской Республики. Там строят новые дома, вот, не знаю, может быть, через… Я уже показал. Да, показали, да. Может быть, через 2-3 месяца уже построят, все сделают. Это центральная мечеть, там говорят где-то Аллея Славы и так далее, очень красиво говорят. Короче, все там много красивого и так далее. В общем, вот наши велосипеды, мы уже сфотографировались, так что все нормально. Так, завтра утром встаем. Сейчас на самом деле у нас негде здесь вообще переночевать, не знаем, где будем ночевать. Может быть, здесь вот прямо на траве. Может быть, хорошее место? Короче, не знаю, где мы будем ночевать. Но факт, что завтра утром встанем и поедем в город Хасавюр. Потом и так далее, и дальше. Все, давайте, до встречи. Ура! Пока. Ну, город, конечно, уже преобразился, строили там два больших проспекта. Очень много новых зданий, идет такое созидание. В Дагестане мы были на свадьбе. Было интересно, лезгинка, такая зажигательная лезгинка, кровь во мне, конечно, кавказская, бушевала, я тоже там старался изобразить псевдо-лезгинку. Но я учусь, надеюсь, что в ближайшее время буду танцевать лучше. Выезжали мы из Дагестана в Азербайджан.